50 возгораний с начала года, которые унесли жизни двоих североказахстанцев. Три погорельца получили травмы различной степени тяжести. Ущерб от пожаров составил свыше 6 миллионов тенге. Такие данные приводит пресс-служба ДЧС по Североказахстанской области. Причинами таких ЧП чаще всего становится неосторожное обращение с огнем. Так случилось в тепловом коллекторе по улице Островского. Пострадали двое мужчин без определенного места жительства – 24 и 45 лет. В момент возгорания они были в нетрезвом состоянии. Несчастный случай произошел и по улице Украинской. Петропавловец заправлял автомобиль во дворе дома и пролил на себя канистру с бензином. От искры статистического электричества одежда загорелась. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу. В жилом доме в городе Булаево, района Макжана-Жумабаева, огонь уничтожил пол и повредил печь. Это случилось из-за нарушения правил использования отопительного средства. По этой же причине вспыхнул пожар и в двухквартирном жилом доме в селе Возвышенки этого же района. А в Петропавловске в металлическом гараже загорелась иномарка. Владелец транспортного средства, чтобы прогреть двигатель, поставил газовую горелку под машину и оставил ее без присмотра. В итоге лишился авто.